Привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Я какаю в туалете! Это канал Миша Зе. Короче, ребята, приехал я в Кимры, к ортодонту. Если кто-то знает или не знает, брекеты я ставил в своем родном городе, город Кимры из Тверской области. И вот сюда приезжаю раз в месяц, чтобы посетить врача. Вот, сейчас быстренько сгоняю и расскажу, что будет дальше. Итак, я вышел с ортодонта уже чуть-чуть что-то там поделали. Я не разбираюсь, поэтому вот так. Сейчас отправляюсь домой, потом в магазин купить мясо нормального, свининки и, может быть, свиных ребрышек. Потом мы с ребятами встречаемся. А с какими ребятами? Это с Никитой Мухако и с Андрюхой Ангелом. Встречаемся на станции Вербилки, поселение Вербилки, поселок, наверное, так. Оттуда уже двигаем на дачу к Андрюхе Ангелу. Ну, там шашлычао, машлычао, банька, все дела. И завтра рано утром еще на рыбалочку пойдем. Что мне все рассказывать вам? Вы все увидите и так. Правильно? Правильно. Итак, ребяточки. Перед тем, как спать, я, конечно, залетел за мясом. Тут килограмм ребер и 2 килограмма свинины. Думаю, на троих это с головой. А вы как думаете, напишите в комментариях. Все, полетел я, короче, домой, потихонечку собираться. Значит, погнали! Так, короче. Первое, что хочу сказать, я ни хрена не поспал. Второе, я чуть-чуть собираюсь, одеваюсь и уже скоро буду выезжать. Здесь у нас пакетик, это свинина. Здесь взял еще куртку, на всякий случай теплую, вдруг вообще будет холодно. Ну и там еще кое-какие вещи взял. Придется это еще в Москву везти, походу. Потом опять сюда. Ну, термобелье вот взял обязательно. Термушечка должна быть, чтобы потеплее было. И надо ехать уже. Надо ехать и уже встречаться с ребятами. Сегодня, кстати, погода хорошая. Дождя нет. Иногда выходит солнышко. Ну вот ветрено. Не зря я взял куртку. Решил поехать на электричке, а не на автобусе, потому что на электричке побыстрее. Ну и в принципе мы договорились о таком времени, что я прибываю, и они приезжают. В общем, одновременно приедем. Все, электричка позади меня уезжает. Пацаны сказали, посредине платформы стой. Внимание. И типа спрыгивай. Поезд на Москву. Только электричка приехала не с той стороны, и приходится обходить. Да плюс еще пакет, рюкзак, и с ним прыгать что-то не хочется. Интересно, они меня увидели. Лох! Пидор! Цыган! Ты что, цыган? Погнали быстрее, Ро. Блять. Уже трубы горят, давай быстрее. Здесь прям сразу? Прямо. А там направо. А ты что, без воды едешь? Нету, блять, воды. Просто не хрест. Ничего не видно. Мы специально подготовились. Типа, бля, партизаны такие. Как я вас видел еще, когда электричка подъезжала. Надо было ждать, пока она отъедет. И прыгать. Ну и тем более прыгать с этими пакетами, с сумками. У тебя же не жалко. Да, ты бы стопудово наебнулся. Я еще в новых кроссовках. Ну, не покажи кроссовки. Тренировочные. Пумовские. А они видели, наверное. А у тебя есть подписчики в Вербилках? Нет, наверное. Ну, сейчас организуем. Можно встречу подписчиков устроить. На станции. Если я скажу, приезжайте в Вербилки, да, не то, что как бы никто не приедет, скажет, блядь, ты долбоёб. Блядь, а вот может какой-нибудь преданный один подписчик отсюда. Я не снимал в магазине. Короче, набрали корзинку. Непонятно чего. Две воды. А что это, может быть, тогда по финалочке уже покажем на даче, что взяли? Ну да. Нет, стол прям накрыт. Так и сделаем. Просто на улице темно и снимать особо не хочется. Потому что ни хрена не видно. Откроешь мне тачку?
Мне бабки, на бабки надо взять. Беги, дорогая, беги. Беги от меня на красоту. Беги ради папы и мамы. Я не включал камеру. Спасибо, я поехал, давайте. Это тебе спасибо. Нормально, давайте. Тебе спасибо, довез. Проблемы решайте. Дорогу найдешь. Будут проблемы решать. Я думаю, полностью рум-тур мы поснимем завтра, когда светло будет, по дню. Давай еще в канаву уедь. Идиот, давай. Я свербилок не хочу. Олдскульные замки вообще. Стопэ. Хорош. Все, мы поселились. Ну, короче, рум-тур и полностью, рублей, полностью зону я завтра покажу. Сейчас Никита хлопает. Не хлопает. Что ты несешь? Что? Тусовка началась. Меладзе поет. Монетизацию херанут мне сейчас. Короче, ребрышки нарезаем. Да, и вот целый шумат мяса огромный. Ты что? Извинись. Налей, пожалуйста. Да, господин. Давай. Что, по полному? Нет. Можем сейчас, пока мы трезвые, сделать ставки. Поедем мы завтра на рыбалку или нет? А я наоборот, буквально 5 минут назад, у меня мысль промелькнула о том, что не будем пить за то, чтобы завтра поехать на рыбалку, потому что... Это да, это вообще сразу. Игра никуда просто будет. Лучше серьезно? Просто... Поедем и все. Я вот сколько раз собирались на рыбалку, и давай выпьем за рыбалку. Ни разу мы на рыбалку не просыпались. А ты ездил когда-нибудь на рыбалку, чтобы, ну, не ловить, а купить именно рыбу? Бля, у меня друг так делает. Нет. Я ездил. Диман, честно. А зачем ее покупать? Потому что я, типа, домой приезжаю, там, типа, ну, родители такие, ну, чё, где рыбалка? А я синячил жестко, например, там, бухал где-нибудь в деревне какой-нибудь. Втором один раз Синьков поехал к нам на дачу, на рыбалку, типа. Ну, естественно, ни хрена мы не нарыбачили, просто там пили жестко. И в итоге он домой привез. Он где-то последние там дня два, мы ездили на неделю, гулял с какой-то палкой. Она красивая, типа, там палка, там, сучки торчат. И он привез маме эту палку, типа, блин. А вместо рыбы? Да, но мама взяла и сразу в мусорку выкинула. Что за херню ты привез? Не, мы прям ездили специально, рыбу покупали прям. Я один раз, правда, так, короче, мы, ну, пьяные приехали тоже рыбу покупать. И с другом купили какую-то морскую рыбу, блядь. Ну, типа, реально морскую рыбу. А ездили в Волгу рыбачить. Ну, как бы для нас сразу спалили. Просекли, да? Морского окуня купил, блин, красного. А я помню, еще студенты были, денег-то не было, нихера там. В кармане там 300 рублей на всех, на 800 человек. Давай, блядь, возьмем. Ну, давай. Красный острый, и поэтому чуть-чуть насыпай, потому что почему Никита Рома острый не любит. Фитоня? Ты же не любишь острый? Не люблю. Тогда весь пакетик сделаем быстренько. Ну, выключим. Выдавливаем лук в мясо обязательно, весь сочет. Зато если у него нос заложит, он приложит руку к лицу. Это ж не чеснок. И пробьет. Все равно. Грибы. Давай с грибами сделаем шашлык. Ну, вы поедете на рыбалку, я пойду с грибами. Кто больше соберет? А я думаю, знаешь, мне достаточно найти один гриб. Ты знаешь, как надо собирать? Никита стихи пишет. Вдохновение поймал. Ты моя муза. Заходите к нему на инстаграм, он выкладывает фотографии и под ними пишет свои стихи. Иногда выкладывает видео, где он читает свои стихи. Он выступает в Москве в клубе юных поэтов. Да, и юных долбоебов. Да, и старых авторитетов. Голый в одном пальто. И там они зачитывают свои стихи про тюрьму, про Магадан. Вот Никита знает про это все. Короче, закинули лук, красный перец, черный перец и соль. Соли сколько? Сыпь пока. Блин, дырочку маленькую сделал. Любишь, да, поуже? Люблю поуже. Вообще красота. Не, он прям вообще чуть-чуть лил. Там грамм 100, наверное, 50. И замес идет. Итак, у
нас только мясо осталось на завтра. На сегодня еще салатик вот нарезал. И уже у нас стоят два шампура мяса. Это сейчас покушаем. И вот ребрышки. Видишь, твои подписчики горят. Дядя, бля. Бля, оно прям хорошенькое, с сальцом такое. Вайме! И бибибюлюх. И бибилюлюлюх, люлюх, люлюх, люлюх. А кого твои подписчики любят больше всего? Люси или тебя? Тебя. Так я не снимаю с тобой. Снимаешь, блядь. Постоянно. Я сру только, блядь, везде. А ты выложил видео с дельтаплана? Да. А ты выложил, как мы какали? Ты не смотрел это видео? Нет. Вот посмотришь. Люлюх, люлюх! Кухарочки мои. Сначала буду трахать этого. Вот это. Я так просто не возьму. Давайте уже шашлык жрать, пока он горячий. Блин, я люблю горячий. Ах, красота какая, смотрите. Ш-ш-ш. Вот это не красота. Да, это Никит готовил. Нихуя не я. Нихуя не я. Ну, стало потеплее дома, но я думаю, еще 63-4 и будет вообще красота. Салат не солил, ничего, я думал, ты будешь заправлять майонезом. Надо посолить чуть-чуть. Не надо, просто заправь и все. Ты охуел? Заправь и все. Давай чуть-чуть посолим. Я соль в кухне. Что? Соль там. Где? В кухне, там. А что, здесь нет соли, ты хочешь сказать? Нет, тут нет соли. Бля, ну я туда не пойду. Ладно, твоя взяла. Куда льешь? На витрины. Кстати, посмотрите, как филигранно Никита заправил салат. Единственное, что он сделал нормально, потому что он спалил ребра. Сжег просто. Ну что за смехом, блядь? Че, как ребрышки? Офигенные. Блин, ребрышки я уже... нельзя долго жарить вообще. Да, я тоже уже попробовал. Мясо на самом деле нежное. И шашлык тоже успел попробовать. То, что надо. Главное, пока тепленько надо кушать. И, кстати, Никит, ты попробовал? Без Нет. майонеза едим, без кетчупа. Еще не попробовал. Да, кстати. Хотя у нас есть и майонез, и кетчуп. Едим без майонеза, кетчупа, чисто мясо, вкус мяса. Ну, Тольятти, отвечай. Нормальненько. Короче, будем сидеть отдыхать. Если, да, я думаю, сейчас через пару рюмочек я возьму снова камеру и будут танцы. Люлюх, люлюх. Короче, вы знаете, как салфетки открываются? Ну, типа хлопается пакет двумя руками. Покажи, как ты это сделал. Часы отложи пока, сейчас расскажем. Вот так сделал. Да, и все, часы сломались. А где этот? Вон он лежит. Замочек там должен быть, да. Ну, это палочка. Никита, удачи. Давай сейчас сделаем. Сейчас я сделаю, конечно. Все, на ремонт. Все, на ремонт. На ремонт. Боже мой, тут никого нет. И тут никого нет. Где же? Мы просто собрались идти гулять. И мы идем гулять. Все, уходим. Свет вырубать? Свет вырубать. Классные очки, надевай. Никита! Ты нашел? Да. Рыба, 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 рыба. Люлюх, люлюх! Ребят, мы вышли погулять с ребятами. Ребята, с ребятами. Ангел готов искупаться. Давайте поддержим ангела. Во-первых... Ангел! 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 Если подписок будет, блин, больше 1500, то искупаемся. И спасибо вам, друзья, уже гораздо больше, чем 1500 подписчиков. И теперь ангел должен искупаться. Тогда ты в декабре нырнешь. Или в январе. В январе. Короче, как только будет. В январе сразу... нырну, 100%. Ну, вот только они стукнули, я тебе звоню, говорю, ангел, посмотри. На крещение, конечно, блядь. Да. Никит, сделай переход, быстро. У нас препятствие. Вода, и ангел вон туда ушел. Не провок. Пойдем на холодильник. Ну-ка ногой попробуй его. Блять. Сука, чуть не уебался. Аккуратней. Ты хочешь на, как на скейтборде. А куда ты будешь прыгать, ты посмотрел? Кто
кто лезет? Миша Зе? Давай ты первый, потому что я с камерой. Я поснимаю тебя. Подожди, я вам шест дам. Это шест. Бля, ангел, ты все раз***л, блядь. Ну сейчас я тебе дам шест. Кстати, вот с такими палками мы раньше перепрыгивали такие речки. Бля, сука, я держусь. Жесть! Чуть по башке не дало. А ты в рот не мог взять? Бля, поставь его нормально, блядь. Ляг на дерево. Что ты пёс? Коряга. Чуть яйца мне пёсдал. Пойдем, я тебе покажу, где можно перейти. Пойдем? Он тут все разъебал. Никит, что, блядь, тут, блядь, просто... Пойдем по спорту. Давай, Никит, лезь. Чтобы вы понимали, я уже на этой стороне, а Никита там. Никит, тебе сосенку наклонить. Залезай не... Сука, залезай на дерево не спиной, а передом. Нет. Нет. Никит, не так. Не так. Тебе вот упор должен быть не там. Сука! Пиздец, правый ноги. Сюда лицом залезай на это. Я промок нахуй. Да похуй. Да в смысле похуй? Все, пошли домой. Мам! Блюлюх, блюлюх! Мам, пошли домой, я промок. Никита, это был твой шест. Ладно, на тебе еще один держать. Да ты тут все разъебал, блядь! Ты должен запрыгнуть вот так вот жопой на это дерево, держаться на нем и спускаться к нам потихонечку. А телефон где твой? Да он водонепроницаемый. Да, только ноги у меня не водонепроницаемые. Вот, это просто, это держаться тебе надо. Да нет. Ты ебанулся, блядь, как я? Вот сюда, залезай вот на это дерево ногой. Я обратно переплываю. Правый. Вот здесь вот. Давай, иди сюда. Бутылку только оставь. Я уже все, я мокрый, я пизданулся. А, ты хочешь, чтобы я тоже пизданулся? Ну, конечно. Я не пизданусь. Ну давай, покажешь. Ангел, блядь, пиздец лютый. Давай, пошел. Показывай. Ай, блядь. Сука, у меня ноги все промокли. Самара, городок. Вот так, да, вот правой ногой надо было. Это твоя опора, грубо говоря. Только не тряси, блядь, Никит. Да я держу наоборот. Не надо держать. Куда, блядь, дальше? Никуда, вниз можно сползти. Можно вниз сползти, вот так вот сделать. Хорош! Бля, ангел на туре. Ставьте лайк, ангел. Ага, нормально, да? Порешал. Я трешечник, алло. Порешал, дозор, порешал. Дозор, Москва. Давай теперь ты. Да я промок, пошли домой. Все на бирже, там, Миша, а почему ты так не сделал? Дозор, Москва, не ломай ее, не надо. Она твоя опора. Я не пойду туда. Я пошел, блядь. Давай, Самара! Я промок, блядь. Ты заснял, как я упал? Да. Блядь. Не знаю, будет видно или нет, но вроде заснял. Я очень мокрый. Ну давай, быстрее, блин, время идет. Ну, я не пойду. Давай быстрее. Я сейчас опять пиздал. Ты как Жарахов, блин. Я опять яйцами пёзнусь. Да вот тебе вот сюда уже наступить, вот рядышком. Ты, конечно, весишь, блядь, тонну. Путь ниндзя. Ты, блядь, ты вандал. Ты не ниндзя. Ну и что, ты ее утопил. И что вы хотите? Сюда иди, шакал. Ну держись потом вот за эту. Оба, шпагат пошел. Промок.
А давай теперь обратно все вместе. Не, все вместе обратно. Ну давай обратно, мы пойдем. Нет, сюда иди, куда ты пошел. Пойдем. Пойдем найдем переправу. Вот эту. Да и какую переправу? Я там перешагнул. Я яйцами пёзнулся. Переправу вот там, где между этими прудами. В смысле, пошли домой, переоденем. Люлюх, люлюх. Может там, понизу пойдем? Не, понизу болото. Так вот мостик, вот он, вот он, вот он, 3 метра мостик. Я перепрыгнул так что, это вон, не вот. Докажите, что я перепрыгнул. Нет, докажи. Просто я оттолкнулся, а нога у меня провалилась, когда я оттолкнулся, земля ниже. Вот. Короче, надо делать фонарик. Дай мне его, я тебе сделаю только что. Главное знать, откуда ты будешь отталкиваться, а я вот чуть-чуть провалился. Да, он провалился. Вон, у меня следы есть немножечко травы. Ты тоже левой отталкиваешься? Да. Изи, бля! Должен был об этот кустик споткнуться уже в конце. Это малина. Опа! Красота! Смотрите, насколько мы дураки, вот мостик же. Да, вот там вот переплавал. Никит, сделай уход. Улюлюх, улюлюх! Никит, можно купаться? Сейчас самое время. У меня нога. Смотри, засними. Вся в воде, блядь. Хлюпает, как старая бабка. Один, блин, про старую бабку вспомнил, другой прибедняется. Привет, как дела? Вот твоя вагина будет неприкаянной. Это реально, кто знает. Это... Как же я горяч! Как же я горяч! Детка, я горяч! Дай чипсонку в рот! Ха! Как же я горяч! Приезжайте на дачу в ноябре. Тут туса, тут жуса, тут просто ели распускаются. Тут очень хорошо. Ай, Миша, чмо. Крестим шпаги. Молодец. Так, последняя съемка на сегодняшнюю ночь. Никита потерял айкос, мы его нашли. Все хорошо. Идем купаться. Всем пока. Улюлюх, улюлюх. Если кто-то переживает, мы дома. Всем пока. Улюлюх, улюлюх. А кого твои подписчики любят больше всего? Люси или тебя? Тебя. Так я не снимаюсь с тобой. Снимаешь, постоянно. Я сру только, блядь, везде.